Всем привет! Сегодня в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой жук-киборг, анализатор крови и противоопухолевые препараты. Смотрим внимательно, будет интересно! Итак, в мире. Группа специалистов из Наньянского технологического университета представила общественности первого в мире жука-киборга. Ученым удалось имплантировать электроды непосредственно в мышцы насекомого, благодаря чему они смогли контролировать его передвижение. По словам разработчиков, их устройство может использоваться для разведки или поиска людей в ходе спасательных операций. Специалисты отметили, что киборги имеют ряд преимуществ перед роботами-насекомыми. Их энергозатратность в сотни раз меньше, чем у роботов, и для них не нужно разрабатывать специальные алгоритмы распознавания обхода препятствий, так как живое насекомое делает это самостоятельно. А в России ученые Института химической кинетики и горения создали самый точный в мире аппарат для анализа клеток крови, по результатам которого можно оценить риск преждевременных родов. Для измерения показателей крови у беременных женщин ученые использовали систему на основе лазерного излучения. С помощью нее удалось определить, что ввод в кровь магнезии существенно понижает риск выкидыша, а также установить, сколько препарата с ионом магния необходимо, чтобы максимально улучшить кислородный обмен. В перспективе подобным образом можно следить за функциями тромбоцитов в крови, что позволит предотвращать инфаркты и инсульты на ранней стадии. И напоследок в Татарстане. Старший преподаватель кафедры неорганической химии Казанского федерального университета Михаил Бухаров объяснит механизмы действия противоопухолевых препаратов. Научно-исследовательской лаборатории координационных соединений Химического института имени Бутлерова ведутся исследования потенциальных противоопухолевых препаратов, которые состоят из композиции аминокислот с микроэлементами. И проводимые исследования помогут объяснить механизм действия этих композиций, а значит и добиться определенных результатов в лечении онкологических заболеваний. Вообще, казанские ученые одни из немногих, кто стремится понять механизмы действия лекарств и происходящие при этом химические процессы. А на этом все.